Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт». Она стихи Натальи Давыдовой «Ласточка». Композиция называется «Мы сегодня у костра». Музыка исполнена Самуила Фрумовича из цикла «Жившая поэзия». Целовались при луне, и любовь наша плыла, как с приливом по волне. Звезды светил сполна, пламя прыгало и грело. Ты со мной была смела, так приятно твое тело. Блаженство дивной ласки, я любуюсь очень рад красоте волшебной сказки. Ты танцуешь для меня, как цыганочка со страстью. Шаль небрежно урони, захватила своей властью. Сказочная ночь нас с тобой навек сплотила. Невозможно превозмочь, счастьем сердце захватило. Эта сказочная ночь нас с тобой навек сплотила. Невозможно превозмочь, счастьем сердце захватило. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Мы сегодня у костра. Стихи Давыдовой «Ласточка».